Мели, смели, 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 смели. Выбирай место для стоянки. Для стоянки? Так, знак остановки забыл. Ну, это куда вам действует? До знак. Большой страшный сзади. Все, ну снег, парковка. Снимаем, поехали. Место для разворота выбирай. Могла вот так развернуться. Лево поворот, ключи. Ключи, ключи. Выезд, выезд вправо можно произвести? Можно? Да. Ну и все, стой, не дергайся. Здесь, ну, если оттуда выезд можно, и мне тоже можно развернуться, значит. Это удобно будет? Удобно. Хватит положить? Конечно. Чтобы неудобно было. Крути руль, поехали. Зеркало посмотри, поехали. Потому что могут по разделительной полосы нас обгонять. Первый ряд удобнее. Вот. Место для парковки убирай, для стоянки. Полная остановка, потом, ну давай не будем дергать ручник, ну это условно, да, все, запомнила, да, там парковка, ручник, поехали. А то мы сейчас с остановками задрюкаем эту коробку. В левый ряд уходить. Зарегулируем перекрестком, в правый ряд перестроимся. Смотри, вон там знак стоит, установлен, видишь, стоянка запрещена. Ой, стоянка, остановка, да. Запутался. Он один в эту сторону по проспекту. Вот примерно где реклама ДНС, уже останавливаться нельзя. Ну, если ехать, как ты видишь, смотри в сторону, влево, может там выезжает кто-то, и сзади никого. Отпускай тормоза, или подгазовывай даже. Ну, разгоняй машину.
левый ряд перестройся. Правый ряд перестройся. За регулируемым перекрестком выбирай место для разворота. Прямо смотри, проехала машина.